пускай в раю, в святом заоблачном краю, мой дух найдет себе приют. Увы, за несколько минут между крутых и темных скал, где я в ребячестве играл, я б рай и вечность променял. Чем бы я мог бы помочь народу? Я ответ нашел, что да, через то, что я могу. Государственный детский ансамбль «Песни и танцы» «Дэймок» создан в 99 году. Сегодня он является одним из лучших детских хореографических коллективов Чечни. Вот это наш главный, самый главный. Но он не пропускает праздники. В каждом празднике он присутствует. Открытие, закрытие, сопровождаться танцем. Сейчас я больше даже боюсь, чем раньше. Семья большая, и за каждого боишься. Неловко хвалить свою дочь. Сейчас она работает помощником главы Чеченской Республики по вопросам культуры. Значит, Всевышний ее любит. Сейчас мне не хотелось бы танцевать. В Чечне это как уже entertainment. Люблю отчизну я, но странной любовью.